История появления средней школы номер 28 на карте Бреста начинается в далеком 1988 году. И за долгое время своего существования это учреждение образования успело зарекомендовать себя. Здесь необходимые знания получают порядка 1000 учеников. Одна из главных задач педагогического коллектива – качественные, полноценные знания учеников. Ну и осуществление ремонтных работ для поддержки внешнего и внутреннего вида здания со счетов не списывается. В нынешнем году специалисты проводят ремонтные работы как классов, так и модернизацию пищеблока. Школа вообще постройки 1988 года. Изначально, естественно, пищеблок, капитальный ремонт не производился. Только косметический ремонт, который каждый год делали собственными силами. В настоящий момент полное капитальное переоборудование и пищеблока, и вот и рабочей части, и обеденного зала, естественно, сопрягающей территории. Это уже было необходимо школе больше 30 лет. По столовой 186 посадочных мест, в принципе, их столько же остается, но, естественно, совершенно другое качество. В летние дни модернизация пищеблока идет активно, как внутри, так и снаружи. Это стратегически важный объект. Уже к сентябрю здесь появится современное кухонное оборудование и новая мебель в столовой. Сегодня похожие работы ведутся еще в двух учреждениях образования города Бреста – в средней школе номер 5 и в средней школе номер 15. Потому перед каждой строительной бригадой стоит задача не только справиться с объемом работы, но сделать все в срок и качественно. Завершены работы по демонтажу. Уже полностью завершены, также выполнены частично уже отделочные работы, уже, можно сказать, переходим к покраске, к отделке. Еще предстоят работы по монтажу фундаментов, потому что увеличиваются рампы, ну и останется уже благоустройство, ну, соответственно, электрика и вентиляция. Ушло больше времени на демонтаж именно, потому что полы полностью демонтировались, все стены демонтировались, то есть очень много времени на этом, можно сказать, потеряли. Насчет сроков я не скажу, что прям, думаю, что успеваем пока, а сейчас трудится в районе 30 человек. В 2023 году у нас в городе была запланирована реконструкция 3 пищеблоков и разработка проектно-сметной документации по 4-му пищеблоку. Разработка проектно-сметной документации по пищеблоку средней школы номер 16 будет завершена в ближайшее время, так же, как и реконструкция 3 основных пищеблоков. 2 из них вошли в областную инвестиционную программу, 1 реализуется ремонт за счет средств городского бюджета. Это средняя школа номер 5, средняя школа номер 15, средняя школа номер 28. Наиболее такие серьезные работы ведутся на средней школе номер 5, потому что проектно-сметная документация предусматривает пристройку дополнительно к существующему зданию, поскольку, несмотря на то, что в 5-й школе около 20 лет назад и делался капитальный ремонт, рост количества учащихся, технологические процессы, санитарные требования, но многие уже перестали выполняться. И поэтому назрела необходимость вот еще проведения реконструкции данного пищеблока. Завершиться основные ремонтные работы должны в 20-х числах августа. Конечный результат проверит и оценит комиссия, ответственная за приемку школы и детских садов. Каждому учреждению образования выдадут паспорт готовности.